Отчасти, что сейчас самый пустой период. Мы провели всех преподавателей, учителей выпуска. У нас оздоровление детей. У нас закрыть все льготные категории граждан. Большая была задача. Но поверьте, что я думаю, это не только для нас приятный сюрприз, для всей республики. На эти цели из поступивших денег запланировано 426 миллионов рублей. Льготники, наконец, получат компенсации за коммуналку и детские пособия. Люди ждали их несколько месяцев. Районы смогут рассчитаться с долгами по зарплате и коммуналке. В муниципалитеты отправят 166 миллионов рублей. Львиная доля – 1 280 000 000 также уйдет на погашение кредиторской задолженности республиканских учреждений и ведомств, на дорожное хозяйство, лекарственное обеспечение, коммунальные услуги, а также выплаты в пенсионный фонд и фонд соцстраха. 100 миллионов выделено на сельское хозяйство республики. Часть денег уйдет и на масштабный дорожный ремонт по всей Хакасии.